Ну чё, чуваки, продолжаем. Давай, короче, коммутатор откроем. Чего вот задание появилось? 21%. Да, вот этот коммутатор надо открыть. Чё такое, блядь? Думал, паук лазит, это муха нахуй. Сколько до него далеко, нет? Там еще как-то надо пробраться к этому коммутатору ебучему. Я, кстати, наверное, вне записи их все пособираю, коммутаторы. Сегодня ночью зайду, поиграю, да? Пособираю эти коммутаторы все. Не на запись, потому что нахуй нужно на записи их собирать, пизду. Монотонно и скучно. А коллекционные предметы это... Дело техники, как говорится. Блять, ну я хуй знаю, как туда попасть. Наверное, через ту сторону, но я думаю, вряд ли. Я уже не раз к этому коммутатору приходил. И не понимаю, как его... Ну, активировать. Очень интересно. Но все-таки можно как-то по-любому. Инфосотка. Да вот лестница, ебаный рот. Ну видишь, невнимательный, ну. Лестница-то она, вот она. И все, да, и все. Так, дед. Выход также. Не? И в смысле. Ебать, а как вылезти отсюда теперь? Не понял. Ну тут видишь, ничего толком нету. Травку можно сделать. Бля, как же выйти-то, сука? Наверное, через этот домик, блядь. Тут, кстати, этот есть. Хуйня вот эта. Блядь, если я тут выпрыгну, я не вылезу нихуя. Вот в чем проблема-то. Ну как-то же можно вылезти в конце концов. Пацаны. Ёб твою мать. Блять, что ж делать-то? Что делать? Что делать? А телепортнуться нельзя, да? Гонка, блядь, какая-то. Короче, понятно, это пиздец, это станция конечная, нахуй. Ну да, пойдем, короче, сюда тогда. Вот тут выберемся, честно. Тут машину вызовем. Надеюсь, крокодилов тут не водится, блядь, потому что если они сожрут... А хотя не, похуй. Денег все равно нету. Не страшно. Я по... В смысле? А почему не вылезать здесь? Он дурак, блядь, или что? Что ему мешает? Да ты гонишь, чувак, что за хуйня?
Рили? Ну хоть на мост ты залезешь, блядь. Спасибо. Блять, как из этих дебрей вылезти? Что это вообще за место, блять? Ой. Смех, да и только, блять. Пиздец, они что, вообще что ли эту локацию не проработали? Что это такое-то? Придется плыть. Долго и нудно придется плыть. Что значит пробел? Ну, вылезай, блядь, заебал. Бля, коммутатор обошелся, блядь, геморроем. Пиздец вообще нереальным. Что за хуйня, блядь? Пиздец. Да хуй с ним, пешком добегу. Сохранение. Нижнюю карту надо всю будет зачистить завтра. Теперь на ту сторону. Весело живем, весело, блядь. Признаться должен. А, уже чуть-чуть осталось, сейчас добежим. Легче. Иди сюда. Ты, блядь, чё, сука, живой, падла, да? Сейчас всех перебьем, нахуй. Нихуя не бронированные, ебать. Иди сюда. Убил, да?
опасно. А, уже все, травка уже есть. Воды. Ну, так-то оно даже лучше, блядь. Что оно есть у меня. Так, куда тут ехать, блядь? Сюда, да? Да. Потом еще ее на грузовике доставлять, бля. Мне кажется, маршрут один и тот же, бля. И сколько так раз доставлять? Бесконечно можно или все-таки ограниченное какое-то число доставок? Хуяно мчит, блядь, аж проехал и не успел тормознуть даже. Да вы, блядь, серьезно. Бля, пиздец. Ну. Метров, да недалеко, по сути. Поворот проебал. Все. Вернуться к Эммануэлю, ёбаный раз, серьезно? Лады. Поехали. По-моему, такая машина в GTA-шке 5 есть в этом. На Треворском проспекте, блядь. Такие потрепанные, ржавые, такие мусорные. Такс, ну. God ain't forgetting what those motherfuckers did to this place, Mr. Clay. I want teaser.
Блядь, ты бы еще дальше, сука, день гасанулся бы, блядь. Look at who decided to stop by. Thought you forgot about me. Running weed takes time. That it does, Fred. Can't imagine what it must have been like running people. How many folks you think you got out of Haiti? I only remember those I could not save. Bullshit. When I was in country, once in a while we get a chance to evacuate a village before the napalm dropped. Wasn't a SOP, but we still did it. Had a couple close calls when the bombers showed up early. But I remember every single face. So how many were there? 43. Should have been more, but some folks didn't trust us. Thought we were gonna march them into a shallow grave. Still remember the fear in their eyes. Nothing motivates quite as well as fear. Not a damn thing. So how would it? What was your count? 226. Goddamn. One boat every night, but 10 months. Mostly women and children. The men were either enlisted or disappeared. We had more refugees than we knew what to do with. They didn't always survive the trip, but dying on the bateau, running from Papa Doc was better than the alternative. Dodging Dixie cocksucker sounds like Christmas morning by comparison. If you would have told me 15 years ago that all this would happen, I would have called you crazy. I believe I'd die an old man with my family all around me. Yeah. Not in this life, anyway. No. Вы напиздитесь или нет? Keep bringing in the marijuana, Frey. This is our life now. Go to this warehouse. Заебал нахуй. Stash of our weed. Kill the household's guy. Да нахуй не нужна она, блять, оставь в покое ее. Ну давай съездим вот эту хуйню заберем. Бля, далеко придется ебашить. Поехали, коммутатор откроем. Тысячу 500 метров, ебануться. Больно. Батя, это я дал жара нахуй. А где-то здесь. Туда нельзя, да, проехать? Или все-таки можно? Конечно, можно. Блять, он с другой стороны, что ли? Придется обходить. Надо было просто здесь открыть, нахуй, и выйти. Вот, по-моему, здесь я лодочку и забирал, блять. Такс. Заебись.
Что, где-то здесь эта хуйня? Так. Ну, я думаю, давай, наверное, а еще где? Здесь. Поехали сюда тогда. И там задание еще возьмем одно. Норм. Бля, ебать, они крюка мне навесили, пиздец, суки пидоры. Бля, здесь коллекционка есть, надо бы забрать. Внутри вот этой хуйни. А попозже попробую, если будем дверь взломать, сразу нажать Е нахуй. И одна еще рядышком, да? Где-то там, блять. А я хуй знак туда попасть. Вот это проехать. А, ну в принципе можно. Блин, ну мчит пиздец на дефолте. Тачка вообще не вкачанная, я думаю. Просто сказка, а не машина. Я бы ее, конечно, прокачал бы. Она 120 ебашит вообще без модернизации. Так, а на тот островок ебучий можно как-то попасть, не? Давай глянем. Не? Придется так плыть. А лодочку, конечно, хуй я смогу заказать. Вот он, блядь. Сейчас прикинь, перед носом. Да, сука. Но они глупые, блядь. Походу не. Пидарасы, а. Суки. Где-то хуйня, ебать. Там где-то. Бля, это еще придется назад плыть, сука. Сожрать могут вообще запросто, блин. Вот, сейчас попробуем, давай. Не, сейчас не получилось. Четыре из пяти. Так, где моя машина? Вот она. Меточку на нее ебануть. Блять, тут лодки, сука, нигде нету, да? Блять.
Сожрут или не сожрут? Блять, один прямо здесь, сука. Но они должны шипеть, когда близко подходят. Все, ну они тупые, блядь, в принципе. По идее. Так, ну чё, куда дальше? К этой коллекционке. И там рядом задание будет. Все как по расписанию. Все как положено. Спешим идти. На машине тут, к сожалению, не проедешь. Хотя, наверное, можно было, блядь. По идее, это пятый должен быть. Тоже взлом, да? А почему такой маленький-то? Да, пятый. Ну, а это рядом, ну. Тут сразу грузовик стоит, да? Это не пролезет, блять. Придется лестницу эту, дверку поднимать. Или тут можно пройти, по идее, да? А, блин, ну хуй, короче, придется лестницу поднимать. Тьфу, лестницу, дверь, блять. Это не Тревор случай. Ты гонишь. Все. Да, просто всех убил по приколу, нахуй. Ху, они будут жить. Ладно. Когда мы нас всех ебануть. Надо прицепить, да? Понятно. Чё?
Блять, вы серьезно? А их нельзя убрать? Пиздец, блядь. Ну и этого, наверное, желательно. Ну, вроде все. Попробуем. Все, сколько далеко, не? Да, 2 километра, блядь, не близко. Симулятор Евротрек, блядь. На минималках, нахуй. Ну, поехали, чё. Хули еще делать-то? Поближе сделали хотя бы километр. Ну, блядь, 2, ну это пиздец, тем более на КамАЗе. Это же не серьезно. И маршрут один и тот же, я так понимаю. Потому что мне знакома что-то эта трасса, блядь. Иди нахуй с дороги, блядь. Падла. Километр остался, не прошло и 5 минут. Верик. Интересно, сколько таких заданий, блядь, надо сделать? КамАЗ танк, ебать, аж машины переворачиваются. Бля, какой нелепый случай получился. Должна синяя, да, блядь? Вернуться к Альме, а где? Блять, и она 800 метров, сука! Чтоб вас, блять. Can I get a new vehicle out in River Road? On it, lad. Just getting her warmed up. А. Тише, блять. Нихуёвый кар, мне кажется, это, блядь, из дополнения, купленных за деньги, блядь, с теми.
Ладно, на этой машине мы хотя бы быстро доедем. Ничего страшного, и расстояние не 2 километра, а всего 800 метров. Блять, они, сука, сидят, пиздец, блять, хуй пойми где, наверху на самом, приходится подниматься туда. А мне очень неохота туда подниматься, очень неохота. Мне лень, нахуй. Блять, озвучку напомнил из Dying Light, я там такую же слышал. Бля, что за хуйня? Бля, где она есть-то, ебана? А, блядь, где вход-то? А, вот. Ну там не видно было. Fuck it. You get that truck? Yeah. Let me guess. You need more? As many as you can find. Anything you grab helps us get this operation going. I thought I'd forgotten this song. You're from Cuba? Goddamn pain in the tits grandmother of mine. She sent this fucking mental time bomb. He was playing when the policia came for my parents. The old man wasn't political. Hell, he was a clerk in the government. But he had this drinking bud in the city, Mr. Roberts. White guy, always around. And I bet that motherfucker was real political. He slipped out of the country before Castro started putting down spies and traitors. My folks, though, not so lucky. Or smart. My papa, they shot right there. My mama. I don't know. So just you and your grandmother got out? One old lady and his screaming brat pissing all over herself. Weren't worth the bullets or the trouble. You ever think about going back for your mother? A few years ago, I heard she was at the Pinos before it shut down. Nothing after that. Sometimes I think you and Vito got the right idea. Fuck the past and kill every motherfucker that gets in the way of what's coming next. But I want to know. I want to know what happened to her. If she's still alive. So maybe I will set aside enough money to smuggle myself back in and see what I can find. Put that part of my life to rest. Keep the trucks coming, Lincoln. Получи достижение доверия. А что за достижение это такое? Вы добились преданности одного из ваших подручных. Панталоны, да. 73%, бля. Ну чё, чуваки? О, смотри, приход ебашит нормально, нахуй. Поговорить с Вито. Опять ему понадобилась от меня помощь. Ну чё, чуваки, да, тогда продолжим в следующей серии или завтра уже. Ну, все равно в следующей серии. Всем пока.